хочется это сделать с хвостом его. Да! Да! Да, 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 симбиот! Вот так вот. Ава, вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, а это обновленные темные души. И наш рыцарь Каин. Он вас тоже приветствует. Если вы ждете новую серию по Dark Souls и хотите на нее повлиять, ставьте лайки и пишите комментарии. Ведь именно от такого вашего взаимодействия с видео и зависит, как часто новые серии по Dark Souls выходят на канале. Также в этом деле очень помогают ваши репосты. Мы находимся, если вы вдруг не видели прошлую серию, а вы обязательно посмотрите, если вы не видели. Так вот, находимся мы в самом, что ни есть в начале дополнения, которое называется «Арториас из бездны». В прошлой серии мы сюда прорывались. Как видите, не безуспешно. Побежали вперед. У костра, я не помню, присаживался вроде. Ай, да ладно, что меня убьют здесь прям сразу. Или убьют. Так, восславь солнце. Летун. Да ладно, не гони. Опаньки. Симба. Твою мать! Симба, ты что? А я думал, мы друзья. Хренопотамия какая, а? Ох ты, круто, отравление сразу схлопотали. А неплохо. Неплохо Симба берет в оборот. Дай полечить, симбашечка. Симбулечка! Хорошо. Между прочим, Симба у нас классическая мантикора. Чтобы ее... Слушайте. А ведь ему, наверное... Вот стопудняк надо срубить его сраный хвост, да? А как это сделать? Симба слишком быстро умирает для этого. А я ему хрен зайду за спину. Он... Такой надвиганный. Посмотри на это. Симбион, давай как-то что-то решать. Где Тимон и Пумба, когда они так нужны? Оп, оп. А я попал по хвосту? Да я попал же по хвосту этому сраному. Ага. А если я сейчас быстренько... А я сейчас даже не достану до этого хвостяры. Ребят, у меня с этими хвостами... Просто беда. Я не могу их взять никогда. Ну, больно было, больно, Симба, больно. Я от тебя такого, признаться, честно, не ожидал. Залпом, да? Ой, да пошел ты. Я вообще-то щит поставил, и он до сраки. О, опускай хвост, опускай. Твою мать, Симба, если бы не хвост, я бы тебя давным-давно уже прирезал. Угу. Даже несмотря на то, что ты такой урод. Слушайте, может наплевать? Опусти его, пожалуйста. Опусти его, мать твою, сука! Да пошел ты! А? Убьешь ты меня, сейчас. Я ж полечиться могу. Ты можешь опустить его нахрен? Да не так, Симба, не так опускают хвост. Повторяется та же история, что у меня со всеми хвостами в этой игре. Или я его вообще абсолютно зря пытаюсь отрубить. И он вообще абсолютно не рубится. Ай, да пошел ты. Какая ж ты молодчинка, да? Ну, я понял. Наглешь, конечно, это... Да, это было слишком. Лечиться у него перед хлебалом. Он очень не сильный, потому что я уже слишком крепкий. Кстати... А я понял, как до хвоста добраться. Он типа вот это вот так на таран берет.
А что, если я подожду этого момента и попробую? Это он какую-то хрень делает. Но он не опускает сейчас хвост. Он опустил его тогда, когда прыгнул сверху. Симба, не психуй, пожалуйста. Я хочу твой облезлый драный хвост. А как же мне подгадать-то этот момент, а? Я просто... Оп-оп-оп, чё-чё, пополз? Ага, хорошо. Не, ну я постараюсь, я делаю, что могу, ребят. Все ради контента, да? На самом деле, ради хвоста. Блин, да я не успеваю, мы слишком медленные. С Кайлухой для таких приколов. Эх, наверное, надо было кольчужку потоньше одеть. А то видите как. Сейчас еще и Эстус закончится, и тогда придется его просто зарезать. А, молодец. Ты можешь мне сказать, когда ты собираешься меня бодать? Ага, спасибо. Сука, урод. Ладно, короче, вот еще чуть-чуть. Не, ну тут я бы никак бы просто это не сделал. Я имею в виду хвост. Отбить. А я вообще-то жал. Честно. Честное, благородное, я жал. Ай, фигня. А здесь, ну как я успею? Ну как я, сука, успею, а? Мне хочется его выпотрошить и освежевать. Но больше хочется это сделать с хвостом его. А он вообще не сложный. О, да! Да! Да, 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 симбиот! Охренеть! Даже если он меня сейчас завалит, это все фигня. Все ради хвоста. Охранная плеть. Душа стража. Он был слабым, но если бы я вот это вот не хотел отрубить ему хвост, откуда я вышел? Оттуда или оттуда? Ладно, хрен с ним. Давайте заценим хвост. Блин, это, по-моему, первый хвост, который я вообще добыл в этой игре. Конечно, я так радуюсь. Это у нас охранная плеть. Стрёмная, капец. Ну да. Ну и, как всегда, она говно. Конечно же, она должна быть говном. Ну, просто сам факт. Тип оружия. Кнут. Тип атаки обычный. Хвост стража святилища. Я, кстати, только прочел, как его зовут. Осознанно, по крайней мере. Он мантикора Симба. Не более. Этот гибкий, отравленный хвост с шипами может служить грозным оружием. Да? Давайте заценим. Какая же это хрень. Вообще-то у Симбы он был потолще. Давайте будем честны. А сильный удар? А с двух рук? Ага. О! Ну, просто Индиана... Джонсонс Бэйби. Край Бэйби. Нормальный, наверное, а чё? Я не знаю, кто-нибудь вообще пользуется такими хреновинами или нет? По-моему, я из более низкой дырки выполз. Оттуда, то бишь. Я, кстати, сколько с него? Тридцаточку вроде дали. Симбушки. Да, вроде это наша нычка. Я, если что, хочу... Житуху восстановить, а то с двумя бутылками в новой локации бегать, где я ни хрена не знаю. Это только так умереть можно. Только так. Пока что ничего не делаю подушкам, потому что хочу, блин, прокачать потом побольше. Да опять-таки, выпендрешь. Что нам 44 тысячи, когда мы несколько серий к ряду ходили с 200 тысяч душонок. Неплохо ходили. Кстати, костер не вожжен, и у нас херня Эстуса. Ну ладно. После босса будет сразу второй босс? Я же ни в чем не уверен. Может быть.
Так. И тут костер, да, конечно же, я зря бежал. Ну, блин, ребят, я в первый раз играю в эту игру. Серьезно, камон. По-моему, мне надо его зажечь. Возжечь. Давай. Ну, потому что... А даже знаете что? Мы же недавно вышибли из нита какую-то хрень. Я хочу посмотреть, как она действует. Возжечь второй раз, типа? А ну. Пятнашка. Да. Ну, не зря. Значит, это было не зря. Нормуль. Ок. Я думал, не пока... мне показалось, что он с глазами. Нет, не показалось. Что это? Только взгляни на это. Из каких веков тебя принесло? Но пахнет от тебя человечиной. Русским духом, да? Теперь можно. А, принцесса Заря спаслась благодаря тебе. Твоя аура в точности такая, как она описывала. Я благодарю тебя за спасение ее высочества. Но принцесса Зари здесь больше нет. Ее украл этот ужасный первый человек. Я должна спросить, не спасешь ли ты принцессу еще раз? Ладно, я же рыцарь, я же вот это все говно, короче. Спасибо. Меня зовут Элизабет, я страж этого святилища, да? Я что-то вроде крестной матери принцессы Зари. Я помогу тебе всем, чем смогу. Потому что я владею волшебством... Фу, блин! Волшебством Алачили она владеет. Владеет. Что такое с моим языком сегодня? Ты увидишь потом. Бездна была порождением древнего зверя, и теперь она грозит поглотить весь Алачиль. Рыцарь Арториас пришел остановить бездну, но в нем не было ни толики тьмы. Несомненно, непроглядная пучина бездны поглотила и его. Может, бездну и нельзя остановить. Но я верю, что принцессу Зарю еще можно спасти. Угу. Чем торгуем? Ой, что-то не густо. Ой, магия пошла. Это я вообще ни хрена не умею. Хамелеон, починка... Ну, починка разве что. Невидимое оружие. Невидимое оружие? Просто, а зачем? Древнее заклинание из затерянного Алачили дает делает оружие невидимым. Эффект от этого не просто заклинание, зависит от... Непростого заклинания зависит от мастерства мага. Пример того, как можно управлять светом с помощью заклинания Алачили. Это типа, разве что в PvP-боях, чтобы не знали, чем ты вообще орудуешь. Ну, я так это вижу. Незаметность уже проще. Но. Я не маг. Я только даже не учусь, поэтому... Забили. Порошок починки и золотая смола. Буду знать. Да осветит пламя твой путь. Да, осветит пламя мой путь. Почему мне кажется, что это люди? Какой-то там первый человек. Кто же это? Адамушка? Заныкали, да? Человечность. А заныкали-то... Дело. Смирение? Это типа здесь надо постоять, посидеть, что сделать надо? Не знаю. Наверное, ни хрена не надо здесь делать. Сад каких-то головешек. Окаменелых трупаков. Допустим. Только если что, здесь тупик. А, нет. Светильнички. Крутые. Стильненько, стильненько. Там же кто-то стоит. Ждет нас, встречают. Да нас с Кайном везде ждут. Везде любят, везде ценят. В кавычках, естественно. Блин, а я ведь помню, это же тот самый. Самый тот. Сад, где мы в прошлый раз лазили.
скажем так, в нашем времени. Ребят, а вы вдвоем, я не знаю, что вы из себя представляете. А, собственно, ничего вы из себя не представляете. Особенно, если по одному. Только не падай! Вот. Спасибо. Но по одному ребята будут вряд ли ходить здесь, да? Эти. Там, значит, были обычные древние. Или как они там назывались? Деревяшки, короче. А здесь вот такая вот напасть. Единственное, что я помню, что там заблудиться на раз. Слушай, а вот этот твой друг мне вообще внушает страх. Я знал. Сучара ты. 67? А это что-то как-то не маловато ли? Не, понимаю, что оно каменное. Но. Блин, приложит, наверное, крепко. Угу. Да. А давайте попробуем меч черного рыцаря. Ну, а то что-то он какой-то вроде как... Ну, он каменный, но, блин. Может быть, меч черного рыцаря как-то покрепче будет? Это что-то вообще... Деревянное, главное, ложаться, а... Это хрень нет. Угу, спасибо. И они такие незаметные, просто пипец. Этих еще можно заметить? Деревяшечек. А те еще стоят, капец как. Дядь, ну давай, ползи сюда. Не, здесь надо быть аккуратным, потому что они меня закиляют просто со спины. Но этих, этот меч валит точно так же. А тех? Наверное, то же самое, да? Нужен какой-то другой урон. Типа дробящий. Зубодробительное. Почему я чувствую, что здесь какая-то будет подстава, а? Эта хреновина очень похожа на из нарисованного мира. Ну, очень похоже, правда. Короче, все, ну... Из нарисованного мира местность. Я не помню, как она там называлась конкретно. Наверное, нарисованный мир и все. Я обошел, там один дядя стоит. Интересно, здесь ПВПшники будут? Будут, скорее всего, да. Ну, вообще желания прыгать нет. Тем более, это типа кнопка, но она нифига не фурычит. О, что ты дашь мне? Наручи стража. Ты серьезно? Дайте заценить. Угу. 54. А, аналог вот этой каменной броньки, но покруче. В чем-то покруче, в чем-то похуже. Знаете что? Если найдем всю, оденем. Наденем, оденем, вденем. Напялим, натащим, затащим. Посмотреть. Поближе. Сука, ты не можешь один, а? Вот что вы за люди такие? Давай, своей вилкой уже. Угу. Дядь, подожди, подожди. Во, теперь можно. Теперь можно. Угу. Ну, давай с тобой пытаемся аккуратненько. Это не аккуратненько. Хрена себе. А что это так тебя взбесило-то? Раньше он такого дерьма не делал. Да. Ну, в принципе... Чуть-чуть, но ощутимо, я думаю, будет. Давайте аккуратненько. Мне надо к нему приловчиться. Понятно, когда он с двух рук, то он бесится сильно.
А если хорошо попасть, то и 124 можно выбить. Угу. Заметно, что я его побаиваюсь? Правда ведь? Ну, как видите, я блок-то поставил. Только чуть не сработало. Чутка буквально. Капелюшечку. Да давай же, добивай его. Не, надо их меньше бояться, тогда будет проще справляться. Мерцающий титанит, надо же. Мы, кстати, с ним могли забрести вот к тем ребятам. Там еще один он. Два даже. Ну, давайте, парни, по одному, а? А втроем, да? Ну, я тоже хитрожопый. А если вот, типа, по-плохому? Все вместе побегут? Ай! Ладно. Один, можно? Угу. Нельзя. Хорошо. А, нет, можно? Давай ты не будешь. Ну, в принципе, нормально. Ты можешь ускориться, а? Что за подлые подставы? А вот тот дядя ускорился? Я же слышу. Молодцом, да. Вовремя, вовремя. Блочок нас спасает. Слушайте, у них просто поставленный удар и... Как нефиг делать, снимает всю мою выносливость. Молодец. Да. Если просто буду с ними неаккуратен, то буду еще дольше возиться даже. Ага. Главное, поверхность у дубины какая у него четкая. У молота. Перебежал, да? Это называется перебежал. Топчись по трупу, а. А я думал, будет вытягивать ее. Да. Я просто не знаю, не могу прочувствовать момент, когда он тянет ее с земли, а когда не тянет. И между прочим, что-то меня это обновление не радует в плане душ. Он крепче, чем на 1000. Серьезно. Этот пацан крепче, чем на 1000 душ. Я эти фиговины еще путаю с душами. Ну, типа, с местами, где можно что-то взять. Цветы. Угу. Угу. Вилочники эти. Да, молодец. Оппортунист сраный. Красиво. Красиво. Хорошо, я тоже буду фалить. Еще чайник у него какой-то там был. Так, если что, пока еще я не заблудился. Это уже кое-что. Давай. Ребята, ну я что? Я что, похож на идиота, чтобы тебя догонять? Козла дурака, твою мать. Там у нас засады, да? Все напряглись? Молодцы! Десантура пошла! Красавчики просто! Ну давайте, давайте, парни, втроем, да? Угу. Я вас понял. Молодцом! Ага. Ну, минус одно. Дерево. Минус второе. Как мне нравится, слушайте. Это, конечно, с одной стороны, очень тривиальненько, но, блин, прикольно же. Типа, не додуматься до этого было сложно. Я не видел тебя. Ай! А сейчас поспешил. Вообще, против этих мне больше нравится тот меч, но против каменных этот все-таки крепче. Ну, давайте, давайте, давайте. Да-да-да, конечно. Скорее, давай, вилочный ты. Если еще туда забегу, будет невесело. Так,
И ты ускорился сразу, да? Нет? Угу. Научены. Опять, да? Сучья твоя мать. Молодец. Это Каин сдержал натиск. Добьем? Нет? Нет, конечно же. Ай, поспишь! Да знаю, знаю, знаю. Хорошо, все, отмена, отбой. Пацан. Слишком медленный. Угу. Да поспешил, хорошо, окей, все. А, где мы только будем броню собирать? Как мне нравятся эти их воздушные тела. Да, пористый шоколад прям отдыхает. Сука, как он залез туда наверх? Или они там и были? А найдем, ведь чувствую, найдем. Два элемента уже есть. Там, наверное, третий, да? Ну, блин, ну типа, давайте сначала здесь больше полазим. Потом уже будем перебираться. Уясним для себя, что до моста добрались. Типа, еще раз. Дубль два. А, ты, значит. И как ты думаешь себе это, как ты это видишь? Ну, падай, что. Нет, мне просто интересно, что он придумает. Ха-ха. Неужели там где-то есть спуск, а? Ну, будем считать, что это падла за мной выехала. Пока что я туда не хочу. А дракон был неожиданностью. Это было четенько. Но все-таки. Давайте пока что здесь. Тут у нас еще есть. Парней несколько. Давайте, ребята. Угу. Вилочная. Надо еще приглашать эту сраную вилочную пехоту. И все вместе. Главное, а где боевой клич? Где вот это все? Почему просто так ломиться-то надо? Давай. Зачем это было делать, Каин? Я не знаю. Типа, Спарта, блин. Серьезно? Это уже давно не в тренде. А как мы будем с тобой на возвышенности, а? Гаситься. Собственно, ровно так же. Угу. Терпим. Не терпим. Оп-оп-оп! Молодцой! А это было очень даже неплохое комбо. Я оценил. Молодец. Да-да-да. Угу. По-хорошему, надо от этого говна отпрыгивать. Я только уже давным-давно разучился это делать. Будет рев? Вот как понять, когда у него есть рев, когда у него нет рева? Наверное, тогда, когда я близко нахожусь, только тогда он это делает. А чё это ты? А чё это ты мне тут заднюю врубил, а? О, я же говорю. Вот. Молодец. Нет, всё-таки они какие-то сложные. Я никак не могу надергаться его валить. А я блокирую. Ты ж понял, да? Да-да-да-да-да. И несложные в одночасье. Я не знаю, как это описать. Короче, они тугие. Нормальные такие парни, да. Ха, а вроде как где-то здесь или не здесь в будущем были грибы. Ну вы поняли, короче. Не те грибы. Какая-то странная вода.
Вообще-то был сундук. Вообще-то сундук был. В будущем. Мы же в прошлом. В прошлом, может быть, сундука и нет. Сейчас посмотрим. Угу, угу. Тот дядя, наверное, еще ищет обходной путь какой-то. А может быть, уже нашел. И в самый классный момент он просто придет. И когда со спины. И все. Серьезно? А тут был все-таки сундук? И подсказка не помогла. Шикарно, да? Кусок синего титанита. Мы вообще находили синий титанит? Я просто что-то как потерялся между этими мерцающими демоническими осколками, обломками и прочей хренью. Да. Вот там душа или... Нет, там просто свет. В этом бараке мы были. Эти трупы мы пинали. Как же мне прорваться, если не по той тропинке? Или тут вообще так не можно? Невозможно. Там вроде мы все облазили. Просто здесь джунгли, открытая местность. И хер пойми, как его вот это вот все обходить. Ну, вроде как сделали все, что могли. Давай, только не убейся. Молодец. Дракон второй раз все-таки пролетит или нет? Или это была единоразовая акция? Просто, ну, типа... Я здесь. Если что, я типа здесь. Сука. Стремно же. Этот дядя ищет, все еще ищет. Ну, рано-то или поздно мы должны же встретиться с этим драконом. Не может же быть так, что он, ну, вот просто прилетел и все. Кстати, красиво, да? Согласитесь. Здесь красиво. Нет, 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 не уходи, пожалуйста. Ай, фак! Что? Не убил? Убил. Оп! Молодцой. Сейчас чувствую. Все, до свидания. До свидос. Я же там сдохну, как просто дети в школу. А здесь с ним вообще биться не хочется. Давай, короче, преследуй меня до потери пульса. Надеюсь, не моего. Это же он, да? Это же он там ходил. Перейдешь через это самое? Или это для тебя слишком далеко? Если нет, то мы здесь повоюем. Угу. Ну да. Я тебя понял. А ты меня? Как четко ушли. Давай, жопу ему режь. Вот, молодец. Нет, ходил тот. Он вернулся только что, да? Из дозора. Ой, да хватит пинать уже трупаки. Я, кстати, в порыве психов абсолютно проглядел, что еще помимо мерцающего титанита из этой фигулиной маленькой выпало. А это мы четко отрезали мне путь. Я прям... Да. Это было красиво. Очень даже. А здесь дерево. Нет? Я просто боюсь этого десанта. Как я еще здесь поднимусь-то, а? А, здесь не подниматься, здесь только падать. Ну хорошо, давай с тобой. Тогда потанцуем как-нибудь здесь. Угу. Да больно было, больно. А не поймал, а не поймал. Давай, что ты там придумаешь себе? Угу. Еще раз, да? Молодец. Угу. Слушайте, как удобно с ним, когда мы ниже. Но это я заигрался. Но вообще-то, по факту, мерцающий тенит, когда ты находишься ниже противника в таком поединке, ты отхватываешь больше. Я правильно понимаю, что я никаким образом больше здесь ничего не сделаю? И что это за камнепады? Это дракон летает, да, пердит.
Да, я там больше никак не поднимусь, но я здесь путь себе отрежу просто назад. Кайджи у нас вообще не то, что выход силы, он просто даже не может подпрыгнуть чуть-чуть. Да. Ладно, ну это такое дело. В принципе, все норм. Че это за черная хрень, а? Это типа вот эта бездна, да? Это вот она? А если туда рухну? Трендос будет стопудово. А у тебя что-то новое. Прикольно. Молодец. Чётенький триммер у него такой. Ох, не иди ко мне, падай. Ну, давайте попробуем наверх сюда заломиться. Я, получается, так, если что, вернусь. А может быть и... Нет, здесь я 100% упаду. Нет. Бездна отрезала нам ход. Или нет? Та-да. Бездна как бездна. Обычная такая бездна, стандартная, классическая. Кто первый? Кто первый? Вилочные вы. Отродье вилочное. А, выехали. Молодцы. И куда выехали? А, вот то есть так даже, да? Здесь, если я спрыгну, то ничего не это самое. Не вернусь опять-таки. А здесь можно. Вилочное племя. Интересно, а разверзнется где-то земля прямо перед ногами у Каина? Показать, насколько крутая бездна. Могла бы. Могла бы. Там какой-то вроде как Колизей. Там нас будут драть особо жестко. По-колизейному. Что такое? Головка закружилась. Ой, ты ж боже мой. На тебе. Оп-оп-оп-оп-оп. Да. Взяли? Прикольно у него. Башка закружилась, но проверил, все нормально. Так-так-так, что там такое впереди странное? Чайниками трясут. Кого это мы зовем, а? Или это они так поливают? Типа, конечно же, сразу все за меня взялись. А, и там еще сверху, да? Как будто. Хорошо, что они не ломанулись. Давай. Давай-давай. Кромсай меня. Ну-ну. А у него разные удары. Молодец. И он более проворный, чем тот парень с вилкой. Хорошо. Я знаю, что... Я мега аккуратен, даже с перебором, но... Кстати, хитрожопо они сделали. Типа новая локация? Но на самом деле не новая. Парни, вот с двумя такими вами я еще не справлялся. Мимо. А, и ты тоже. И, собственно, не пришлось с ними справляться. По одному... Расчекрыжили. Здесь, по идее, еще какой-то элемент доспеха, да? Где ты чапаешь? Нет. Нет. Не совсем. Ну, тоже кое-что. А если я упаду сюда вниз, то где это я окажусь, вообще хрен его знает. Он... Там что-то есть. Блин, как не хочется лохануться. Если я куда-то туда залезу, где я не могу? Откуда я не смогу вылезти, это вообще будет трындос. Тут на башку ему упасть самое милое дело. С другой стороны, это здесь я выйду, да? Наверное, можно. Ладно. Да нормально все. Там еще вроде как было что-то. Ну, давайте посмотрим сначала. А потом того патрульного прикончим. Ага. Гриб Элизабет.
Что за гриб такой? А, так, 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 так. Здесь дырок до хрена. Кстати, а у него и ножницы, и вилка. И чайник. Молодец. Подготовился. Здесь куча дыр. Между прочим, я полностью уверен, что на записи оно будет более сливаться с ландшафтом, вот эти все дыры. И еще намного сложнее вам будет их разглядеть. Красивая хрень. И как же это нам? Я еще перепрыгну? Или можно сделать проще? Нет, нельзя. Если я сейчас упаду, это будет очень. Не очень. Совершенно не очень. Как я часто прыгаю в этой игре. И с каким порой напрягом это дается, блин. Шлем стражи. Да, мы понемножечку собираем это все дело воедино, и будет гуд. Когда соберем все. Доспехи, естественно, найдем в самую-самую последнюю очередь. Это прикольно. Давай, чавкай сюда. Ну? Ну да, это не враги, а те парни заставляют повозиться. И это прикольно. Там еще что-то есть. Да тут везде что-то есть. И бездна поглощает деревья. Лес падает в пучину бездны. Погружается. Че ты меня тут вообще окружаешь в одиночку, а? Охренел, что ли? Молодец. Взбесил так, еще и двинул. Окружает, окружает. Главное вот самому в оцепление не попасть. Это я быстрее сделаю, чем он. О, наконец-то мы добежали до этого трупа, который мы увидели тогда сдалека. Да, слушайте. Mission complete. Броня взята. Давайте заценим, конечно. Конечно. Она мега тяжелая. Просто супер мега тяжелая. А что они пишут вообще? Каменные рыцари — это големы, оживленные магией. Их зачарованные шлемы очень тяжелые. Вообще очень странно, что они отдельно от големов. Они одно и целое с башкой. Но он вроде как покруче. Прям почти по всем параметрам. Одеваем. Броня. Это же она? 86. Это явно она. Это не может быть что-то другое. Так, наручи стража и поножи стража. Броня посветлее, поножи потемней. Осталось типа найти оружие, да? Или это я уже губу раскатал? Бегаем как? Никак не бегаем. Просто вот. Никак не бегаем. Падаем как в последний раз. А секундочку. Типа секундочку. А, роскошный вид. Я думал, дракон прилетит. Большая стрела Гоха. Да, они абсолютно правы. Вид роскошный. Ну и, собственно, в этой броне мы вряд ли будем бегать. Но, тем не менее, Каин выглядит брутальненько так. А там позади просто кровавый закат. Ну, почти кровавый и почти закат. Что ж, на этом Каин откланяется. Если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк смело. И поступайте так со всеми видосами на Ютубе, которые вы смотрите. А на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик. Ссылки есть в описании. И... Ба-бай!